Dream Chief, раздавай тогда каски, багель, щиты. Завтра 3-2 целка, да? О, точно. Я забыл одну вещь сделать. Войд, ты завтра ничего не будешь собирать? Нет, к сожалению, завтра не будет. Смотри, тут человек вернулся. Один. Который уходил на ов, там забивал, Блато играет еще. Знаешь такого? Блато, это который Шанан, да? Ага. Шужей релит. Релит, да, это хорошо. Он попросил написать эту штуку. Он тебя попросил это написать. Да, забыл. Люди будут ходить, одеваться, это ж хорошо. Кто там спрашивал за обычку? Завтра в 15:30 будет. Ты поставь, что ли, его? Блин, я только что всех свиней случайно продал на ферме. Кого отдал? Всех свиней на ферме продал. Капец, все пропало. А помидоры садишь? Это, наверное, плохо. Блин, только на серебро выиграл уровень. Кванти, скажи, это как в Ведьмаке ведьмачью броню продать, да? Да-да. Где там такое было в Ведьмаке? Кстати, у шамана с какого левела неистовство ветра появляется? 30-й вроде. Да нет, с 80-го, когда двойную специализацию делаешь, когда шамана Альшану вкачал, то таймка можно делать. Скажите, а вы... Хоть это тайм отвалился. Что-то был человек и нет человека. Завтра начну Ведьмака 3-го играть. Да, начнешь? Завтра? Это вообще офигенная игра. Так, сейчас Dark Souls 3-й заканчиваю. О, да ты задрот. Ты справляешься, да? Там же одни уклонения у ворота, блять. Ну, скучно. Ну, такая дурная игра там, да. Ведьмак тебе понравится. Ты поймешь, что Ведьмак лучше Dark Souls, блядь, 10 раз. Ну, Ведьмак это тоже милик. Жаль, что Йеннифер умрет в конце. Ну, вообще-то там можно стрелять с арбалета, можно кидать бомбы. Не, ну да, но Ведьмак это милик. Ведьмак для миликов. Да, в основном да, это милик. Но можно и хуярить, можно отбегать. Там. Но в основном там хули, в основном, блядь, хули врать, в основном с мечом. Да не, еще и хил, можно банки на хп пить, и к мобам подходишь, а потом в город сваливаешь и сразу. Кто там сильный босс, дикая охота или нет? Кто там? Нету там сильных боссов, вообще нет. Йеннифер, Трис, Кайра еще. Кейра. Гоша. Кайра? Гоша. А этот, который... Меня, который этот, с мечом, с калашом, лысый такой, не помню, как зовут его. И Васик, и Лючный. И Васик. Васик бродец, которого раскадал самые сложные боссы. Эх, а ты что, купил себе компьютер или что? Нет. Я видосики смотрю, у меня денег нет на компьютер. Там же Войд видос выложил на прохождение Ведьмака. Там, да.
Там у меня только, считай, начало игры. Ну, я там потихоньку... Ну? Типа вот на 23 уровень какой-то комплект, и я вот на 22 уже его собираю, чертежи, там, все скрафтую. А какая школа лучше там брать брони? Ну, короче... Мантикоры. Код это для... Волк. Не, ты до мантикоры еще не дойдешь. Это же кровь и вино только в дополнение. Короче, да. Код это для миликов. Ну, на мечах чисто рубиться, там сила атаки хорошая. Медведь это на ХП и на сильные атаки. Волк на знаки и на атаку. Типа адреналин растет, типа... Да. Ну, увеличивается. Там эта игра на неделю будет наверняка. Ну а Грифон на знаке. Какую неделю? Она 2 месяца пропал сейчас. Минимум на месяц. Она на месяца на 2. На пару часов, если потом удалить. Вот касается. Там какой-то чувак уже 2 года играет каждый день там по 2 часа и никак пройти даже не может половину. То видами любуется, то еще какой-то фигней. Ну, ты имеешь в виду Зен Экстрим. Варенька. Да не знаю, там интервью какое-то было. Подожди. Да, там какое-то интервью было, что он дофига играет, даже я не прошел его доказать. А какие там? Там 2 дополнения, каменные сердца и кровь и вину, да? Да. Да. Это лучшая игра, ну, она в мире лучшая, блять, она, ну, хуй знает. Ну нет ничего лучше. После фермы. Ферма лучше. Ну. Согласен. Ну, во-первых, особенно, первый... когда вот, свиньи продаешь нечаянно, то вообще... Во-первых, первый Ведьмак, там же своя система боя была, да, уникальная. Ну, ну да, уникальная, нормальная. Ну, нормально. Я играл. Блин, у меня же даже плейлист на ютубе кончился, уже какая-то фигня пришла, что там и думал, если мы сидим. Блоги интересные, Ведьмаки третьими, да? Там все интересно. Найди на ютубе лайфхаки для фермы. Одна баба другой бабе запихнула в жопу. Ты можешь мне проще через Артмани скачать его. Тут же даже не знают, что такое Артмани. Не знаю. А, я помню первый еще на модеме этот кабельный такой по телефону линии качал. 3600 килобайт в секунду. Максимум. Бывало, и мы были в байтах качали. Так, Малгрегор, там чиж босс, двери он первую копию, богиня вторую. Такой скачешь 5 мегабайт, супер крутой, туда по тем временам файл. Тут 95% идут срыв на линии, ты такой, блин, и по новой. Дайте пристабав, пожалуйста. Все, начинай. Вот это место, это хороший фильм. Не знаю, самый страшный фильм это анимешку. Я смотрел «Охотники за призраками», кажется, так, 26 серий. Блин, она реально страшная. Я там ночью... Блин, капец страшное. Ладно, я давно не смотрел аниме. Че ты отвечаю? Че ты гляну? Брать смерть, посмотри. Вы лучше посмотрите «И гаснет свет», вот там интересный ужастик. У меня на компе стоит эта «Тетрадь смерти», «Учителя Нидзуки». А, аниме я смотрел эту «Тетрадь смерти», писал. Ничего нового за 2 года я не смотрел. Ты ничего не потерял. Был добродетель, а в конце его убьют. Он делал добро. Там это, школа Чима была забавная, я не знаю, помню. 15-й год или 16-й. Это последнее, что я смотрел. Не знаю, тут недавно скачал драмку «Свеча в гробнице». Такой, знаешь, хороший сериал китайский. Просветительный гробниц. Ваш понравилось. Китайский? Как называется? Да, «Свеча в гробнице». Ну, там ничего такого, там не... «Свеча». Там типа «Индиана Джонс» что-то такое, ну прикольное, знаешь. Ну, это нормально, да. Вот это я посмотрю. Люблю китайские сериалы. Ну там хорошие, там нет такого медрежников или каких-то прилизанных пидорасиков, ну там нормально. Пидорасиков, блядь.
на них посмотришь. И они такие, фу, аж противно смотреть. Вроде мужик, и не мужик. Секунду. Никто не помнит новый русский сериал про какую-то собаку с сыщиком? Как он назывался? Да, такой дебил. Да, возвращение не, Мухтар? Да. Мухтар не новый, Мухтару лет ебал. Не, не Мухтар, новый. Его еще в Украине снимали почему-то. Да, комиссар Рек, все правильно. Такой дурацкий. Пес, о, я вспомнил, пес его. Фильм называется Пес, точнее сериал. Посмотрите. Хотя бы одну серию. Никто не смотрел детективы, там CSI Майами, американские. Коломбо смотрел. Этот название анимешки, ну там говорит, там получается сериал из, по-моему, 4 арок или 3 арок. И там третья арка, конечно, самая страшная. Там про демонов в доме. Потом спать боялся. Ну реально страшно. Из интереса посмотрю. Роме 30 лет, он посуду моет. А мы сериалы смотрим, да? Ага. Сериал. Ну я смотрел «Мыслить как преступник» и этот про морскую полицию какую-то, не помню какую же. «Преступник», CSI Miami, вот эти американские сериальчики, и на них русские пытаются свои сериалы делать, и это очень дешево и картонно выходит. И любого. Да, и это сериал «Пес» как раз. Можете посмотреть, посмеяться. Давайте чек на ФК. Пишите в РК, на кого вы ролите. Василиска, ты хилишь во тьме. Мизантроп, Magic Story, тьма. Четвертый пати, оставайтесь добивать големов. Свет, Танч, Джерион, тьму, Макгрегор. Мизантроп, пожалуйста, во тьме, Хотай тоже танка. Восстановлением, и как этот скилл еще называется, стакает 3 штуки. Или жизни, может быть. Жизни свет, вот, да. Что там еще надо рассказать? А, я по диспелю. Во тьме по диспелит. Мизантроп. Ты, конечно, хоть забыл на кота зайти. Да, вот забыл на кота зайти, но ты... А, ладно, без кота, наверное, да? Вот ты тут? Уже, да. Без кота будем, да? Ну ладно. Степуану. Ну, Войт, наверное, отходил, когда ты ему говорил. Да, только сейчас, по-моему, сказали. Но... Смотри, если Конок... Я ну, я понял, если сейчас Конок не вернется, можно его... убрать и взять Джейми котом, а Войт пойдет Эрдру. Коноп, что тут? Я успею отойти бутеры сделать. Джейми, ты пойдешь к нему? Смотря с чем. Помидорок и лучик. Если бутерброд, у тебя член между сисек. Кот есть у тебя? Или рога, АДК, чтобы трэш потанчить вместе с протопалом? Коноп, ты где? Заходи. Хапа, смех хилит или все? Вон у него. Цвету хилишь. Заходи, Джейми, котом. Алекс, жмите на шкаф, сейчас меня суманете. А где Коноп вообще? А, он возле болтара стоит. Ладно. Скажем, что мы его ждали. Тогда вот похилим. Давай, Эрдру, давай. Вот. Ну да, два аэродрома. Туда ты подиспелишь. Ладно. Не, я забыл. Канал помер нас.
Каноп, ты тут? А кота у тебя нету? Там мы тебя ждали, не добрали. Добрали Джейми кота. Ну если тебе не жалко кадета, то ладно, нормально. Мы можем обратно взять. Только без кота будем играть. Ладно. Джейми, заходи на кота. Паладина, вы разобрались по аурам? Ну, давай пока. А что там Джерри, он на ФДК, этот, кольцо что ли, вот это, с ловкостью? Это сейчас снова мода. Паладина, вы там главное разобрали? Хорошо. Давайте бафы по коту. Повороте СС на третьей фазе на точника. Проходите в линию. Коту пристабав. Я дисплю третью фазу. Ну давай ты, я хотел, давай ты. Я так еще прошу. Ваня тут. Первый, который. Да, да, готов. Заходите за линию, поворотите, что не хватает. Все, я готов. Макгрегор, начинай. Отойдите от фрейма босса. Альтер, метка. Назад. Возвращайся через хвост быстрее. Прожми точку, возвращайся через хвост. Так. Большой рейди. Рамзес, назад метку. Жирин, ты там подойди поближе, что ли? Сейчас метеор будет. Не достанешь. Убежали. Боже, в рейде. Рожали. Чего-то там. Каба, встанешь сам? Там. Рамзес, метку выноси. Заберите одного моба, растет. Муж же пропадает, встаешь, мы бафы и инеры даем тебе. Подожди, не заходи. Понять. Зашел. Заходите, хилы. Бафы хаби. Четвертая пати остались добивать голема. Кружок бьем. Демон, да? Демон, заходи. Да, да, заходи. 43. Вот метка. Не реген, ну а моба сейчас один моб останется. Раунд, опять метка. Заходите. Кто заходит? Дота там бьют там. Сейчас будут лезвия. Лезвие вместе с меткой. Если есть еще инера, заливаем Василиску. Да, Крауд опять. Третья подряд, да? Давай, рекорд трассии. Надо четвертую. Три метки подряд? Да, четыре подряд, осквернение было. Шестый. Лошен.
Олег, прижимай по тебе первый трэш. Сколько? 52. 52. Вот первый трэш. Ага. Я по второй. Блин, 52%. Закачалась с одним. Катапульт. Тут надо хилить. А вы тратите как там грузки развернули, что ты делаешь? Что это такое, блядь? Что там? Подожди. Кто заболел? Дима АФК стоял. Ну и ладно, падайте, давайте нормально тройдем. Мне охота резать. Странно, чего Дима, это у меня тут 52%, я какой-то русский рэп включился по музыке. А он-то чего афакашил, я должен был афакашивать и выключить эту херню. Ебать, я жрать хочу, давайте убивать. У него на ферме кто-то свиней продал. У него, наверное, тоже свиней покупали. Он говорит, жрать хочу, ты холодильник есть, лучше все положи в холодильник, потом покушаешь. Не болей, блядь. Давайте быстрее, сегодня еще рейды спасать по 25 энд. Кому это? Чтобы наш рейд бы спас. Вот через час можно будет сказать об этом, если будем сидеть. Давайте бафать. Ой, блядь, поставьте мамонта, блядь, барахло продам. Сейчас. А, бутырочка включилась. Макгрегор. Все, я готов. Давай на позицию сейчас запускать будешь. Заходите за линию. Давай, запускай. Ты знаешь, что я заметил? Короче, начал русский рок слушать, что-то херовые резки начали убиваться. Надо опять на солнце переходить. Ну, возможно, да. Басик. И Васик? Да. Кто-то хило диспальтит первую фазу. Через хвост возвращайся. Да Басик. В смысле, блядь? Это мизантроп подымай хавкера. Смотри, где я умер. Ну, под мордой. Метеорита? А, ну да, странно. Ну, вообще ты зачем так под мордой перебегаешь? Не под мордой, я просто прыгнул, блядь, меня в лунах какого-то хуя. Не надо оставлять прыжок в лунах. Альтея, бей босса. А что она делает? Большой глима бьет. Пас идет. Это, наверное, тактики нахватались, пацаны. Все, пизда нах. Тут и уже я тут. Ладно, падаем, сейчас будет ГП с этого следующего трая, заходите в лужу. Они что, на трассе не знаю. Остались? Не, ну я затормозил, я могу сказать, а как они сдохли, я хуй знает. Так вы от одного сдохли, от метеора? Ну, я затормозил. Включи погромче шансон. Не помог шансон. Ваня, блядь. Может помочь сейчас. Шансон поэрелит за нас. Шансон. Да, он 12 часов. Оденут бабушки платки. Сентябрь холодный на скамейке. Мясо раздаваем ГП.
еще раз мамонта не допродал там шмотки. Сейчас поставлю. Кстати, пародия. Бей, пожалуйста, Хамона. Начинается вторая фаза, ты бьешь уже большого гелема. Давай, Шандрон. Быстрее, Ресис. Давайте фулбаф. Кнопки. Василиска. Я понял, что писала. Заходите за линию, Макгрегор. Ты, Кавкер, зайди за линию. Макгрегор, начинай. Десять КХП сейчас у Макгрегора было. Первую метку ближе к хвосту, потому что потом будет метеор, вам легче будет перебегать. Диспель сам себя и возвращайся под спринтами, побежали, метеор. Смотрим лужу. Нормально лужу, бьем миллион. Точняк метка. Зас назад, чаржнешься в нас. Как он? Бежали метеор. Смотрим, уже в рейд. Чё ты? Подобрать встали. Вэйша назад метку. Схиньте его, он через лужу бежит. Спел его. Сразу иди, килы заходим, как ДД зашли. Эй, клик на ХП, Рамзес, кликни на ХП сейчас. Кликнул. Сейчас заходи. Четвертой пати остались добивать. Пальте, играй через взрыв разума. Хаба метку. Кружочек играем. Блин, да кого я говорю? Рамзес нет. Заходи. Заходи. Инны развалили. Василиски заливайте. Мадна, у тебя фуловая, смотрю. Не знаю, метка. 53. 53. 52. 51. Дима, пошли. Ждите, не выходим, подождите, сейчас метка будет. Наноси, все выше. Прожмись, Дима, дайте мне бар быстрее, Олег. Киндаю. Я даю. Каткомплекс, подымай Кеншина.
Вставай. Я уже ресел его. Бафы по Кеншину побежали. Давайте. Просто пока не давать. Ай, блядь. Заходим в ужин. Блин, вообще странно. Ну, он стаунтил там, ЛПшки дал. Я хилку кинул и сорвал. Я даже таунт не прожимал. Даже правосудием не бил. Чё, второй танк цвету. Трэш. Который. Так, не, он... Ну, это не важно, где он там, цвету или во тьме. Эй, это... Сделает спасение хилу и всё, блядь. Или там бог ёпт. Это жесть, блядь. Что случилось у вас? Джерин вайпает в рейде нас. Какие Грегор? Хер его знает. Посмотрите, он его кидал в него. Посмотри по рекаунту, промах. Ладно, расситесь. Да, два промаха, но не знаю какие. Ну а хули там знать, два подряд промаха это вайп. А вы говорите, воин, что ты меткость собираешь, блядь. Это притяжка зачем, бадык? Ну, не знаю, что там притяжка огромная, это ВПшка дает. Притяжка как раз перекрывает два мисса толпы. Ну, если повернулся, да, в рейд, ты притяжку нажал, да, заебись. Притяжка 3 секунды держит таргет на тебе. 3 секунды, это 2 ЛП, ты можешь промахнуться. Ну а потом, когда я буду... Пока ЛПшка... Ну, ты смотришь за ЛП, мысли притяжки. Короче, если дать притяжку и миссануть 2 ЛП, то сорвут после того, как закончится действие притяжки. Ну а там тебе зачем? Ты, блядь, не видишь, что у тебя промах ЛП? Ты даешь один промах, второй... Промах, даешь таунт сразу. Может, и третий ЛП был. Даешь. Не знаю, что там у него было, но у меня такого нет. Что-то можно только поставить поменять. Сейчас посмотрим. Точно убьем. Джиллиан, давай, на позицию начинай. Тут вроде по никам люди все знают, что-то вайпы. Добывало, я помню, я тоже вайпался. Вы не захиливали. Все мы вайпались. Не ревер. Отошли от фрейма босса. Бежали. Странно, даже на нем в хилботе не могу частицы кинуть. Поэтому буду. Сэдли метка. Бейров нету, кстати, так что... Победный край. Я хочу аниме посмотреть, пожалуйста, давайте убьем уже. Какой-то шеп сказал? Ну да, сейчас иду, посмотрю. Сериал. Не, не китайский сериал. Миндаль, нажми точку, возвращайся быстрее, прожми точку, ты не успеешь. Мизантроп сейчас подымешь его, если он умрет. Нормально. А нет, там, кстати, хороший китайский сериал. Там 20 серий, второй сезон еще есть. Ранзес метка. Заходи, прожимайся, заходи, играет, заходим. Бьем кружок. Взрыв разума МТ. Багейв тоже может зайти подамажить. Капельку на пакет дать на Джерриона. Щиток на него. Вот здесь метка. Лейшн метка. Заходить можно?
пока. Так. Наливали инеры уже? Нет. Ну залей Хаби, что он просил больше, чем Василиск. Гильдаль метку назад. Мог назад просто вынести. Забегай быстрее. Убегай от лезвия, главное убегай. Убегай, убегай. Не к нам беги, а просто убегай от лезвия. Ждите метку. Ура, я выжил. Я уже подумал, что опять вайп. Становитесь квадрат, тему в центр хаба. Тем на огонь поставь. Давай рост свету. Подальше чуть отошли, чтобы было время отнести метку. Седли метка. Моровинт метка. Так, побежали метеор. Но по тьме можно рост. Все, большого голема сейчас играем. Кафкер метка. Дубасик метка. Свет, бьем только трэш. Начало большого глема. Лезвие во тьме. Можно камеоном бьем. Встали в квадрат. Бежали в метеор. Свет не бьем. Повороте назад метку. Его большого голема все играем. Блин. Встали в квадрат. Вот метка. Побежали метеор. Багель в капельку на Джерина давай. Смотрим уже. Давай Сакру. Сакру давай. Альтеа, давай гимн отхил. Большого голема играем. Сейчас должны выровняться под Амгагу. Блин, я забыл. Прожимай кожу, хильте его хорошо. Не ревары на захил. Стали в квадрат, побежали метеор. Альтеа, взрыв разума. Так, инеры Хаби заливаем. Откатилась уже. Лужу в сторону хвоста в свету выносим. Сейчас Багель выноси. Точечно бьем Халиона. Протопал выносит трэш. Прожми срезку. Срезку прожми. Испел. Диспельте Рамзеса, давайте большого голема. Альтеа, давай гимноману. Выносите метку, потом гимноману спишь. Прожми точку сейчас. Встали в квадрат, побежали. Прожимай точку, перебегай. Сейчас поешь гимноману. Отошли от лужи. Комплекс метка, большого голема играем. Подымай хабу. Протопала хиль. Комплекс, подымай хабу. Понял. Инер, подмени, бейте 70. Комплекс, инер, точнику не бейте, тьма. Моровинт, зеленку. Незыблемость, моровинт. Возложение рук на Кеншина перебежали. Есть бабл? Бля. Надо босса добивать. Добивайте босса, пробуйте. Бля.
паладин в свет выходи какой-то, бабл прожимает. Не, не добьют. Да не, три ляма добьют. Это мой косяк, я бабу прожил, на меня трэш не пошел, походу. Это косяк Крестов и Вара, которые умирали. Ну и Хаба еще в конце умер. Кстати, взрывом вообще не бью, да? Маны не было. Потому что у нас котов нету. Последний мститель остался, что ли? Последний герой. Давай, Дима, тащи. Может, кого-то во тьму вместо в свет отправить, со тьмой что-то до магии мало. Во тьме. Два человека упали, конечно, мало, блядь. Не, до этого еще было мало до магии. Не знаю. А у вас что было? У вас кот упал или кто упал? Кресты. Слабые. Почему льду не собираешь? Блять, не знаю. Потому что в нее не хотят ходить. Я бы сходил. Поставьте маму. Можно было завтра сходить. Сейчас подожду. Да, вроде норм. Это, наверное, просто свет сильный. Завтра меня не будет. Давайте бафаться. Бэры откатились, должны убить сейчас. Если никто клоунчик не будет. Ваня, хавкер. Да, сейчас я готов там. Все, я тут. Я готов. Заходите за линию. На Варе была двойная метка. Макгрегор, начинай. Не повезло. Да, было там одного. А второй дубасик, по-моему, в лезвие побежал. Ну, в четверть танка. Ну, он не умирал, по крайней мере, я видел. В конце, наверное. Кто-то там умер. Через хвост. Точнее, в сторону хвоста метку выноси, защищаться через хвост побежали. А чего Холеон синеет? Я ему кидаю конус льда на перебежке. Ты скиллованный прям. Только лучше мгновенный каст кидал, огненный, что-то там называется. Ожог. Наверное, да. Его локи сбивают. Его лок сбивает. Ожог не мгновенный. Взрыв просто. Давай, взрыв, взрыв. Да я думал про взрыв, давай, даже. В общем, через хвост возвращайся. Мы уже в рейде. Отошли в квадрат. Я взрывом играю. Ну и Кенша на хильде 3% хп было. Ромзес метка. Комплекс 23% хп. Грегор, заходи, хилы за ними. Заходите все. Бьем кружок. Альтея, не забывай, пожалуйста, взрыв разума. Гимедаль то же самое. Сэдли метка. Стелфиш Марон. Заходите. Заходим. Лоты добьют. Так,
Кот, Инер, Василиск. Все остальные хаби можно. Мизантроп, метка. Кожи прошли. Или даль назад метку. 53. Сейчас будут лезвия, потом метка, потом только выходим. Тут отошли от лезвия, сова. Дубакин, выноси метку, дубастик. Выходим в сову. В центре поставь тотемы, давай рост. Пункта назад метку. Лейшн метка. Бежали. Ты цепуху кидай по рейду, чтобы был баф по всем. На физурон. Мы уже в рейде отошли. Давай сакру. Сакру, давай. Гильдаль, гимн отхил. Гимн отхил, ничего страшного. Да, нормально, нормально. Тьма, давайте рост большого голема играем. Канина, ты сука, нахуя ты наперед несешь? Гимна ману, Гильдаль. Гимна ману, сустатенко, выноси метку. Дурачок, блядь. Помолчи. Давайте дальше дамажить, нету выбора. Побежали, метеор. Во тьме есть лезвие? Нет. Нет. Бежали. Побежали. Лужа. Моревинг метка. Комплекс, поднимай суслятинку. Гильдаль, твой гимн на ХП. Если есть еще. Большого. Хорошо. Скажите зайти Гильдалю во тьму когда. Ладно. Пейте холёный свет, побежали пока. Блин, под хвостом поверни немного, ты не достанешь. Бейте пока холёный, пускай он станет голема. Все, бьем голема РБД. Поднимаем. Альте, гимн на ХП. Потом гимн на ХП. Гильдаль, заходи. Под хвост, иди заходи. Взрыв разума, бей, НТ. Багельф, выноси метку, давай сакру. Падаем. Чё падаем? Потому что люди, блядь, не умеют по тактике играть. Дубасик, послушай внимательно. Во тьме три метки подряд чередуются. Одна до лезвия, одна после лезвия, одна во время лезвия. Те две, которые не во время лезвия, выносятся назад ровно, сука. А та, которая во время лезвий, она несется по ходу лезвий между двумя шариками. Запомни это, ебаный стыд. Инженерным языком перпендикулярно Халеону. Да, спасибо. Не за что. Рыба. Там, блядь. Видимо, ты не был с... Дело не в том, Рейдис. Или не робот. Другим известным. Нужен. Ты просто должен понять, если ты несешь туда метку, следующая будет во время лезвия. Человеку надо выносить наперед по ходу лезвия, а там твоя лужа, блядь, разлитая. И ты еще сам дыхаешь. Бафнули, не теряли время. Это не так. Это то же самое, что ставить себе палки в колеса, блядь. Бафы теряют, ладно. Было пару раз подряд лужи. Раз подряд он несет в танк метку, блядь.
Да, я про свет говорю. Надеяться на реакцию не приходится. А где же Авон? Сейчас я поехать. Ладно, я выключил. Сунсун поставил обратно рог. Давайте сейчас убьем. Нет, у меня. Мои флиды вам через интернет передаются. Ну подожди, кто там мили фласку хочет? Помпрекс дай. Пускай обмен даст. Ну это все всепобеждающие, я смотрю. Звездный странник, бессмертный. Да, звездные странники. И на звездного странника же как можно? Чуть умер сразу и все. Остальные добили. Угу. Давай, Макгрегор, начинай. А, особенно Кеншер бессмертный. Плохо, что звания тупой нету, блядь. Смотри, его можно было получить, через СЛК задонатить. Был бы охуй вообще. Тупой просто. Заходящий в лужу. Звание это. Прыгающий в осквернение. Вот метка. Любящий лезвие. Зендрок. Попал гильдии любящий лезвие. Пожалуйста, не затроп через хвост. Лужа в рейде. Сейчас буду греть. Да, лужа в рейде. Отбежали от лужи. Бейте Халиона точечно. Мизантропы на семетку. Тебя было плохо, что слышал на перебежке, послышал зибущие лезвия. Да, бегущий по лезвию. Бегущий мизантроп. Прожмись, Макгрегор, зайди во тьму. Рейд зашли во тьму. Залили иннеры шаманом. Кто там по мане много сел? Хаби, наверное. Сразу заливайте. Бля, у хабы 30%. Он и старается, он серный шаман. Сразу видно. Беги, малышка, беги! Вот метка. Так, скажите, кто-то зайти? Боже. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Ой, тьма. Здесь тьма, да? Ма, сейчас лезвие будет. Две спирали такие. Удивительно. Ну, вроде. Кто вздыхает сейчас на лезвиях, будет иметь звание любящий лезвие. Марка, так переименую. Да давай, список надо создать уже давно. Так этот список будет длинный, там сколько? 953 человека в гильдии. 53%. 52. Так, лезвие сейчас будут вот так и метка. Вот так он только он умирал. Котла шары никогда вынес. В натуре. Под портал вниз. Под ляну сделал, да? Ну, просто быстрее бегай. Василийская метка, выходим. Фух, все живы. Давай рост, свет. Свет, рост, хаба, героизм. Комбрать сюда метку, помню, видели? Это чинно. Там было место еще, в серединочку только. Побежали, метеор. Сейчас поется большой Голем РДД. Мы играем в него через взрыв разума. Во тьме даем рост. Лужа в рейде. Господи, давай сакру. Хавки, привыноси метку.
Все большого голема мелкий трэш. Дубасик метка, смотри внимательно, дубасик. Взрыв разума обновляем. Гильдар, гимн на ману пой. Ай, бля, не повезло. Выноси метку. Ты пел гимн? Назад. Господи, почему ты возвращаешься? Точку прожми, побежали, побежали метеорки. Жесть. Не бьем Халена, свет, Альтея. Отходи подальше, пой гимн на ману. Лужа в рейде, корову, лужа в рейде. Как керметка. Альтея, гимн на ману. Ставьте темп. Большого голема, играем взрыв разума. Не вижу взрыв разума, давайте больше. Каба метка. Каплю на Кеншина, Багельф. Капельку на Кеншина. Бежали метеор. Далеко бежим. Кот рядом был. Лужа в рейде. Зайти можно во тьму? Нет. Гимн на ману 5. Теперь можно. Когда... Заходи быстрее, сейчас дыхание сбрей. Отводи мелкий трэш, отводи мелкий трэш, растут. Растут, прожми срезку, срезку прожми. Ну дальше пройди, господи. Повороте метку выноси. Альтея гимна хп. Трэш добить. Побежали далеко. Сакру давай, если не давал. Фу, это было близко. Лужа в рейде, караул, маг. Крауд метка. СС накопал, не забудь. Там КД, Олег. Дубасик, тебе попу, я смотрю, да? И, наверное, точняка дайте, у кого есть. Сустятинка метка. Можно зайти во тьму? Нет, так, теперь да. Да. Не знаю, добьем так. Побежали на танке метеор в квадрат, сместились. Сустятинка, заходи во тьму. Все, стоп, все, стоп. Все, стоп. Точняк метка. Все присты гимна отхил. Беги, малышка, беги! Бьем большого голема, а потом босса добиваем. Басик, очень плохо. Крауд метка. Добейте трэш. Так, можно добивать босса, наверное, да? Бы и нет. Так, побежали метеор. Давайте упадем уже. Ну, давай таунт в рейд, давай буги. Я же перестал быть. Стрейк, оп. Смотрите, как я танчу босса, он на меня сарился. Басик, ты невнимательный человек, наверное. Ладно. Кому не надо? Мили кольцо. Вот метка, которая после лезвия, ее можно так вести, потому что следующая будет перед лезвием. Как, блять, перед лезвием? Да, вот, нет. Да, перед лезвиями, а потом... А что это кольцо на РТК? Ладно. Ладно, всем спасибо за рейд, удачки. Ой, пока. Кольцо на хила на мейн. Нет. Тогда отменяю ГП. Кто там следующий первый был? Сэдли. О, Джей, кстати, кому-то тебе не накинули зацелка. Типа, передай кольцо на Милика, Сэдли. А какой ник? Джей, да? Да.
Ботинки кому-то надо просто так. Ладно. Тут же. У тебя нет, ты, короче, уже офнулся. Где тут у нас Джей?